Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня продолжение урока. Мы с вами делаем бантики и украшаем кисточки. Мы с вами уже делали такие бантики, только здесь я уменьшила размер ленты. И мне кажется, что именно этот размер подходит намного больше. Мне понадобится лента 4 сантиметра, она у меня двусторонняя. И длина ленты 24 сантиметра. Мне понадобится 2 отрезка. И также мне задали вопрос, какой длины у меня вешалка. Для себя я нашла идеальный вариант, или идеальную длину, так скажем. Я использую 3 миллиметра ленту и 21 сантиметр. Этого вполне хватает, чтобы завязать узелок, протолкнуть его внутрь игрушки, и вот вы видите, вполне хватает, чтобы повесить на елочку. А сейчас приступим к бантику. Я беру отрезок ленты, сворачиваю его таким способом, чтобы здесь у меня было 2 сантиметра. Вот 2 сантиметра. На одной ленте и на второй. Я поступаю ленивым способом. Вот подкладываю рядом ленту и эти же 2 сантиметра закалываю. И так как нам надо сложить бантики в разные стороны, покажу обе ленты. Снимаю иголочку и вот эту короткую ленту подворачиваю под углом. Вот таким образом. И здесь примерно 2 сантиметра. Придерживаю нижнюю ленту, подворачиваю и выравниваю. И здесь оставляю примерно 5 миллиметров. Вот вы видите, 5 миллиметров. Затем поворачиваю ленту к себе, чтобы мне было удобно. Вот эти уголки свожу между собой. Нижний уголок подворачиваю вот сюда и также вот этот уголок. Беру иголочку и собираю все слои ленты на нитку. Проколола все и делаем еще 5 проколов. Давайте я вот так прошью. Обязательно сверху делаем первый прокол. И равномерно распределяем ленту. 2, 3, 4, 5. И также выходим наверх. Стягиваем. Придерживаем пальцем. Прошиваем несколько раз туда-сюда, чтобы закрепить то, что у нас получилось. И делаем узелок, закрепляем. Вот что получается. Вторую ленту подворачиваем с другой стороны. 2 сантиметра у нас здесь примерно. Нижнюю ленту выравниваем. Здесь у нас 5 миллиметров. Затем поворачиваем, чтобы нам было удобно. Вот эти уголки между собой. Сводим ленту к уголку и нижнюю ленту также к этому же уголку. Все придерживаем, выравниваем ленты и начинаем сшивать. Раз, два, три, четыре, пять. И шестой прокол, собираем все ленты на иглу. Также стягиваем все. Прошиваем несколько раз туда-сюда, чтобы закрепить. И делаем закрепку. Так, расправляем. Две детали бантика подклеиваем между собой.
ровно подклеиваем, как и сшили. Не перекручиваем и даем закрепиться. Я беру узкую ленту, у меня это 1,5 сантиметра, можно использовать 2 сантиметра, и соединяю вот такой гармошкой между собой. И перекрою бантик. Наношу клей, даю хорошо закрепиться. Затем укладываю ленту на лицевую сторону вот таким вот зигзагом. И на изнаночной стороне вымеряю, подрезаю, обжигаю и подклеиваю. И даю закрепиться. Бантик я буду подклеивать вот таким образом, вот этими сторонами вверх. Наношу клей и немного захожу вот на декор. И ровно подклеиваю бантик. Вешалка у нас должна быть точно посередине. И даю закрепиться. Так как у меня на игрушке нет декора, я решила добавить небольшой акцент и вот такого цвета розочку выбрала. Но перед тем, как все подклеить, надо это все между собой подклеить. Поэтому добавляю клея и вот так розочки между собой подклею. И к ним добавлю вот такую розочку. Все, что можно подклеить между собой, на изнаночной стороне подклеиваем. Извините. Ну вот, ко мне пришел почтальон и принес посылку. Чуть позже открою, посмотрю, что там мне принесли. Розочки у меня подклеены. И здесь я подклею, так, здесь я подклеила эту розочку снизу, а здесь сделаю наоборот. Нанесу клей именно вот на эту центральную часть. Так, очень горячий клей, прямо аж пар идет. И вот так немножко наискосок подклею цветы. Дам закрепиться и затем проверю, все ли у меня подклеилось. Бантик у меня украшен, и теперь приступим к кисточке. Чтобы у нас все идеально смотрелось, нам надо в таком же стиле оформить кисточку. Поэтому я беру небольшой отрезок ленты и подклеиваю его на основание кисточки. Работаем аккуратно. Здесь мало места. И надо все хорошенечко подклеить. Лишнее подрезаем, обжигаем и все подклеиваем. Теперь подклеим полубусины. Я аккуратно наношу клей на полубусины. Здесь надо очень аккуратно работать, мало места. И все подклеиваю. Свожу полубусины вместе и даю закрепиться. И теперь аккуратно подклеиваем стразовую цепочку, наносим клей. Подклеиваем и ее сдвигаем к полубусинам. Как я уже говорила, очень аккуратно работаем. Лишнее подрезаем. И края цепочки подклеиваем между собой.
подклеиваем второй ряд на нижней части кисточки. Бантики у меня готовы, кисточки я украсила, и вы видите, какие игрушки у меня получились. Очень важно в декоре не переборщить с ним, чтобы не получилось слишком ляписто и безвкусно. Когда я начинаю какие-то новые игрушки делать, я в голове складываю, так скажем, головоломку, цвет игрушек, цвет ленты, декора. И если что-то в этой головоломке у меня не сходится, то, конечно, я меняю. И в итоге прихожу к чему-то, что мне очень нравится. А на сегодня все. Надеюсь, вам урок понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока! Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня продолжение урока. Мы с вами делаем бантики и украшаем кисточки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим.